Недавно в детском парке прошла очередная профилактическая проверка несанкционированной торговли. Тогда выявили многочисленные нарушения. Теперь территория детского парка находится под пристальным вниманием. Контроль за нелегальными объектами торговли ужесточили. Комиссия начала проверку с детского парка. Незаконных торговых точек нет. Маршрутчикам по соседству сделали замечание. За территорией, на которой они отдыхают, нужно следить и убирать за собой мусор. Обратно идем, вы уже наводите в порядок. Договорились? Все хорошо. Далее межведомственная группа отправилась в Джамате. На точке, где плетут косички, у девушек-африканок не оказалось документов. Комиссия потребовала закрыть ролет. Незаконных стилисток африканского фасона увезли в миграционную службу для дальнейшего разъяснения пребывания нелегалов на курорте. Комиссия обратила внимание на торговые точки, где продают печеные и жареные изделия. Целый день под палящим солнцем. Убирайте давайте. Вот сколько оно будет жариться у вас? Вы вообще должны вот с пылу жару отдать человеку, правильно? А не хранить вот так вот сутками. И потом люди сейчас отравлены будут. Таких торговых точек в Джамате много. Комиссия потребовала убрать с продажи на жаре мясные изделия. У некоторых продавцов не было документов, разрешающих торговлю продуктами питания. Покажите, пожалуйста. Да при чем здесь в Анапе? Вы на рабочем месте, медицинские книжки, медосмотр пройдет? Гигиеническое обучение есть? Ну покажите, у вас два человека. Такие рейды будут проводить и дальше, а нарушители понесут ответственность за нарушение законов и правил. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа регион.